Всем привет! Сегодня я хотела вам показать мои наряды с прошлой недели и что я делала на прошлой неделе. В понедельник меня Санат пригласили на тусовку на яхте. Я никогда в жизни не была на яхте, но реально было очень круто. Я делала винтаж комбинезон. Вторник я решила доехать на велосипеде до моего съемки, и на пути я увидела огромное поле одуванчиков, и это был мой рай. На мне вот эта блузка из Topshop, которую я купила год назад и никак не могла ее одеть. И эти джинсы из ASOS, которые я ношу каждый день. И это новое колье у меня от Jennifer Zuner, мне очень оно нравится, такое деликатное и маленькое. И шляпочка из Нью-Йорка, любименькая. В среду я пошла в винтаж-маркеты и сделала немножко покупок винтажных. Я делала мою любименькую юбочку, которая из Spell & Gypsy Collective. Это Австралия бренд. Бренд из Австралии, короче. И вы знаете, Соня любит все из Австралии. Так что я люблю эту юбку, конечно. И это огромные джекфруты, которые продаются у нас в китайских маркетах. Я обожаю китайские маркеты. В четверг меня пригласили на такое событие от Guerlain. У них какой-то anniversary, 30 лет, ихний терракота пудра такой, бронзатор. Да, было такое классненькое событие. В пятницу после работы я пошла в центр города и смотрела сумочки от Chanel. И нет, я ее не купила в этот день. Но купила я ее вообще? Только можно знать на моем инстаграме. Тан-тан-тан. Есть вопрос к вам. Какой наряд был ваш самый любимый? Напишите в комментарии. 1, 2, 3, 4 или понедельник, вторник, четверг. Это все. Спасибо большое всем за просмотр. Я вас очень люблю и увидимся в следующем видео. Пока!